классные руководители. Дюпин Иван Николаевич, Белкова Елена Дмитриевна, Головченко Любовь Александровна, Рогова Людмила Гавриловна. 15 лет, выпуск 2003. Классные руководители. Зеленская Людмила Александровна, Конова Татьяна Анатольевна, Самойлы Надежда Ивановна, Прошина Татьяна Владимировна. 20 лет, выпуск 1998 года. Классные руководители. Генейка Валентина Ивановна, Михаленко Валентина Владимировна. 25 лет, выпуск 1993. Классные руководители. Сердюкова Ольга Сергеевна, Пригонтова Людмила Ивановна, Качок Виктор Сергеевич. Хочется сказать, 15 лет как одно мгновение. Еще вот помнишь только, как трепетно прикалывали друг другу ленты на последнем звонке, а потом на выпускном. Сегодня мы уже все взрослые, все практически все уже родители. У нас наши мамочки классные. Встречаем в городе, называем его только так. 27,5 внуков, половинка еще пока в животе. И это не предел. Я тут много чего написала, какие-то мысли были, но, видимо, придется отойти от темы. Как в песне пела только что юбиляр. Когда тебе уже далеко за 30. Ну не да. На самом деле, дорогая школа, в том, что мы умеем, в том, что мы представляем сегодня и сейчас, это большая, огромная заслуга вас. Именно вы научили нас дружить. Мы, хоть и говорили нам, что мы не будем, разлетимся по всему свету, разлетелись мы действительно по всему свету и по разным даже континентам. И в Индии живут наши ребята, и в Америке, и по всей России, на Украине. Это не мешает нам встречаться, общаться, любить друг друга, помнить. Ведь мы одна семья, этой семьей нас сделала Людмила Александровна. Людмила Александровна. Вы человек неуемной энергии, неуемного, огромного, доброго сердца. Вы больше, чем учитель. Вы глубоко родной, любимый нами человек. И когда я пришла работать сюда уже учителем, ну так сложились звезды. Мы и первый класс, в который я зашла, был именно 26-й наш кабинет. Я поняла, что все сложится. Только за моей партой почему-то сидела другая девочка. Я и Валера рядом не сидела. Было все очень как-то так трогательно и волнительно. Теперь уже в зале мои выпускники, что тоже особенно приятно. Ребята, привет! Спасибо вам, дорогие наши учителя. Видела в зале где-то Валентина Владимировна Михайленко. Да, да, да. Костунова Тамара Викторовна, вижу ее. Иван Николаевич. На что вы любили эту школу? Ну, конечно же, сачки страшные. Ваши сачки и судороги, Людмила Александровна. Но из нас, ё-моё, вот видите, что-то получилось. И довольно неплохо. Все получили образование, все выросли, все нашли свое место под солнцем и дорогу в жизни. И мы с гордостью носим красные ленты выпускников, именно красные ленты второй школы, и гордимся, что закончили именно вторую судакскую школу. Потому что наша школа всегда была, есть и будет лучше. Молодцы! Ура! Не боюсь я быть слабым, спасибо вам, дорогие наши, за то, что вы рассказывали нам все, что вы знаете. За то, что в каждый свой урок вы вкладывали столько смысла, столько силы. Давайте все вместе поаплодируем буквально каждому учителю нашей родной второй школе. Мне просто захотелось, как в школе, раньше со шпаргалкой. Сейчас уже так нельзя, а здесь на этой сцене еще можно. В отличие от остальных классов, когда у всех было по одному классному руководителю, у нас их было, внимание, трое. И это не поочередно, это одновременно. А еще не у всего класса, но у многих из нашего класса было четверо классных руководителей.
рассказывали. Параллельно с формулами, с примерами, с правилами, иногда ненужными, вы учили нас самому главному. Что такое семья, что такое дружба, что такое добро и что такое взаимовыручка. Ну, список можно продолжать безгранично. Поэтому, а главное, вы научили нас веру в себя и веру в свои цели. Пусть у нас у всех совершенно разная дорога в этой жизни, но каждого из нас на эту дорожку наставили вы и подтолкнули нас, так как маленьких деток. Вперед, мы верим в вас, и мы всегда знали, что сзади нас есть поддержка. Воспоминания детства, они сохраняются, и возвращаясь сюда, вы вспоминаете об этом. Это замечательно, это здорово, это ваше детство. Вас провожая в путь, мы каждый раз терзаем сердце от разлуки и мучеств. И встречаем вас, радуемся, печалимся и снова радуемся. Как приятно вас видеть! Приходите чаще в школу. Извините, простите вас, пожалуйста. Ну, такими мы были. Такими мы, в принципе, и остались. Низкий поклон вам. Большое спасибо за то, кем мы стали и что мы есть. Спасибо еще раз. Поэтому еще всем большое спасибо. Рад всех вас видеть. И хочу увидеться здесь все, каждый год в большем и большем коллективе. Всем спасибо большое. До свидания.